Кировчане стали экономнее. Такой информацией поделились в Кировстате. По данным ведомства, в прошлом году жители региона потратили на покупки меньше денег, чем в 2021. Разница составила 6%. При этом увеличились траты на общепит. В среднем каждый житель региона за прошлый год в кафе, барах и ресторанах потратил 11 тысяч рублей. В 2021 году эта цифра составляла 9 тысяч рублей. А сколько за один раз кировчане тратят в кафе, барах или ресторанах? Этот вопрос мы решили задать им самим. В эфире наша постоянная рубрика «Мобильный». Журналист. С мужем 1004 ходим, наверное. Мы ходим в одно и то же место, поэтому едим тоже одно и то же все время. Как часто выходит? Ну, раз-два в месяц. Ты в кафе, бар? Не хожу. Почему вообще? Ну, нет такой практики. Почему? Нет такой практики. Никогда не ходит? А что-то отметить? Что? Праздник, мероприятие? Нет, дома. Вчера мы были в ресторане, мы праздновали мой день рождения. 2000 оставили на троих. 2 взрослых, 1 ребенок. А чаевые? Чаевые, ну, 10%. Всегда так? Ну, от большой суммы в основном. Если я беру кофе, ну, нет, не оставляю. Очень редко ходим, но когда приходим, меньше 1000 на человека не выходит. Почему так? Ну, как-то так получается. Заранее рассчитывайте сумму. Нет, мы заранее не рассчитываем, но когда рассчитываемся, уже видим, что сумма под 1000 рублей подходит. Ну, в районе 1000, наверное, потому что я особо не хожу вообще никуда. Чьи вы оставляете? Мне приходилось, потому что в какие-то рестораны прямо или бары не хожу. На человека где-нибудь 1000-1500. Заранее рассчитываете сумму? Ну да. Почему? Примерно, да. Так мы, потому что пенсионеры еще первое что, а второе... Вот из этого исходим. Рублей 500. Заранее планируете бюджет? Нет. Берете все, что хотите? В целом, да. А чаевые? Чаевые по настроению. Я никуда не хожу, я сама повар, я готовлю только дома. Почему не ходите? Ну, потому что я дома готовлю. А дни рождения отметить какие-то? Тоже дома. Тоже дома? Тоже дома. Принципиальная позиция. Да, и очень дорого.